Что вы делаете, люди, родные мои? Роднички, два танца, теперь 4 дня надо витамин С мне ставить уколы. 125. Фух. Пирожок, давай без петушка. Хорошо. Будем парой, а мастер спорта... Ты мастер спорта по легкой атлетике? Я мастер спорта... А я, кстати, знаю 6 языков. Русский, молдавский и пиздобольский. Но пиздобольский лучше всего. Так. Худеть не собираешься? Собирался, разобрался. Привет, пухлый. Ой, привет! Ну ты мне скажешь привет. Говорю тебе привет. Ты хохол, я человек. Они все такие красивые. Конечно, мы красивые. Блин, ты такой классный. Я тебя тоже обожаю. Этот петушиный холодец. Вот это мне нравится. А я тренер по полденсу. Чтобы вот эти слова вы не говорили, я не знаю их перевода, чтобы вы понимали. Я тренер по лафленсу. Классный. Привет из Мариуполя. Мариуполь 131. Ты уматный. Такой смешной. Спасибо, пупсик. Ну скажи, Марина, привет тебе от Одессы. Желаю тебе всего самого наилучшего. Да потверже. Полденс — это танец на пилоне. Так я тоже танец на пилоне такой делаю, чтобы ты видела по 20 капель. Ты шо, гонишь? Сладкий мой, твой сладкий. Привет с Кипра. Я, кстати, в тебя влюбился с детства. Там есть хата, прописка, все? Ты суперский, ты тоже. Но ты же писал мне, что не знаешь румынский, молдавский, ничего. Да нет, знаю, дотем полок, издам, и это шивафинелло. Привет, Сахалина. Сахалин! Надеюсь, не с колонии пишите. Привет. За бабах и анекдот. Анекдот, значит. Не знаю анекдотов. Анекдот. Что-нибудь скажи. А тебе что-нибудь? Виктория, и тебе тоже говорю. Из Молдавии. Буна сила! Скажи, что любишь меня, Марина. Скажи, что любишь меня, Марина, сказал. Денис, передай привет Славе Марицееву, Одесса. Слава Марицеев, привет, Одесса. Ты пирожочек, я пирожочек. Самый лучший, самый лучший. Я Дом 2 из-за тебя начал смотреть. Я полстраны начал его смотреть из-за меня. Что мне теперь? Кто больше нравится, Капаклы или Купин? Больше нравится Капаклы, потому что сильнее, а Купина люблю из-за доброты. Капаклы взял денег в долг у меня и штаны спортивные не отдал. Люберцы, привет! Ну где ты там, Петр? Петр здесь, конечно. Салут пула, это шутка. Салут писька переводится, да? Марина с Дани, Марина со мной встречается. Прошу вас. Ты как... Да, было 140, почти сейчас 126. Ты войдешь в историю, будешь лучше Ильи и Валеры. Да, Валера и Илья вообще слабые люди. Они тоже... Вы понимаете, что этот человек вам уже давным-давно должен был петушка показать и до сих пор не показал. Это тот самый пиздобольский язык, про который он говорит. Петушка, показывай, блядь, мы хотим посмотреть сами на него. Кстати, он мне отказал на свидание. Я не хочу смотреть на его петушка. Я хочу на его петушка смотреть. Смотри на Петю моего! На Петю, смотри, сказал. А где он? Вот такой. Как вывалил ему гуся только что. Такого же он как жевать. О, Даня. Два часа ночи, я хочу спать. Ложись спать, спи, я не буду мешать. Меня как будто рядом нет. Идем покурим. Ты понимаешь, что я хочу спать? Я тоже хочу спать, но все равно не ляжем раньше 7 утра. Передавай привет Дане, пожалуйста. Да пошел он нахуй. Дань, привет тебе передали, да. У тебя эфир завис. Сейчас развиснет. Я хочу прийти, милый, к тебе. Да приходи, роднулькина. У меня тут очередь. Вставай, не забывай, как говорится. Так, да. Ухи, Христион. Ник прикольный. Тоже хуйня. Гусю шею сломал. Это я каждый день по два раза. Красавчик говорю, ты тоже суперская. Никита, ты шо? Этого Никиту, блядь, химозного. Вот вам, а не Никита. Что я показал, что не показал, мне кажется, атрофировался уже полностью. Так, спуни, луникла, кизда фрумасе. Спасибо, займи денег. Давай, я тебе номер карты кину, займешь мне, давай. Селену нахер можно с проектом. Мы тоже так думаем. Братан, затусим как-то? Конечно, затусим. Если у тебя есть деньги, братик, я же Люцифер, затусим. В Одессу. Любовь моя, твоя. Ты куришь? Конечно, курю. Что ты ж не... Остановись, тебе говорят вообще. Что ты мне скажешь? Всем бы такое чувство. Я говорю, покажи Юру. Юра, Юра, Юра. А, где Юра? Нету Юры. Юра ушел куда-то. Как прийти к тебе на дом?
Значит, Люберцы, улица Авиастроителей, дом 6. Заходишь, там сейчас мама моя. И ждешь меня, там через лет 7 приду. Вы с Никитой похожи. Ну, только тело вместе. Что с Никитой без Вики? Страдает, дрочит на моей фотке. А ты будешь меня... Буду с Имантуичек из Домати. Возьми в эфир кого-нибудь, так интереснее будет. Вышли с моего эфира, кому не интересен ни один. Жука вместе с Игорем? Конечно. Это кто? Откуда такой юмор? Да? Остановись, блядь. Приезжай, ты самый классный. Сейчас на доме 2 подожди. Угар, я тебя обожаю. Докажи, скинь сиськи. Ару, блядь, пиздобол. Ах! А какая, брат, ты просто... Да 142, блядь, уже! Я остановлюсь, 1000, показываем, петух гуляет голый по Москве. Ебануться, слива, как говорится, ебануться, туфли гнуться. Пойдем курить, быстрее, же солнце с неба. Блядь. Так, погнали. Это пипец вообще. 143. Посмотрите сюда. Быстро, моим подписчикам. Кто я? Правду скажи. Шмыга, я не правильно. Все верно. Шмыга. 143 человека. Ёбаный артист, нахуй. А дайте эту самую. Есть? А? Так, покажи поляну. Сейчас покажу вам поляну. Ой, смотрите, моя сестра пришла. Люциферы, Люциферы! Я ничего для этого даже не сделал. Мы употребляем наркотики, это называется вода, чай и божий дух. Нет, давай. Да, да, давай, давай, доставай уже, будем что-нибудь раскуривать. У нас очень тяжело. Да? Вы пришли курить, у вас, блядь, курить нечего? У нас нету денег. Вот ты там этот Юра, который вы спрашиваете, долбоёб бегает. Не хочешь побегать? Не хочу. Давай диспортом, занимайся сигаретой, прикури сначала, подожди. Возьми, я обещал тебе, что я обещал так? Очень красиво, чтоб ты была здорова! Даня, я думала, Деня не курит. Да, конечно, не курит. Дэн, как думаешь? Я Никису... Никите? Да не, он долбоеб, ему никто не нравится, он придушный на голову. Мы вообще думаем, что он пидор. Еще не убили, но скоро убьем. Вы, Зелену, тра-та-та, вопросики были, продолжаем. У тебя девушка появилась, перестань себя вести так смешно. Нет у меня никакой девушки, ребята. А, конечно, есть. Товарищ долбоёб, можешь секунду у вас? Времени. Один, что происходит? Крысиные бега. Крысиные бега. Вот бегаем. Быстрей! Тренер Картер, быстрей! Давай, 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 давай. Быстрей! Пошел, 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 пошел. Еще! Ебать, что и куда я попал, и где мои вещи, ребята? Занимайтесь спортом. У меня нету. Что ты орешь? Нету, там есть. Давайте 157. Так, блин, полюбить такого, как есть, давай. Не меняйся. Ради того ты прекрасен. Спасибо. Юмор колхозный, ничего смешного. Иди говна поешь ложку. Выгнали просто на тренировку вечером. Сейчас будет бегать тренировка. Эти волочи, блин, мягче, давай, 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 это, братан, что-то, зарядку, зарядку вечернюю. Подержите. Ты на шейпинг же пришел. Держи. Ты на спорте. Дай зажигалку, Андрюк, дай зажигалку. Блядь, мы не курим, мы тренируемся, я не представляю, как вы, но я так весь день смеюсь, и я уже не представляю жить без этого. Смотри. Ой, блядь. Все, верх прикатный. Чисто олимпийский резерв. Зови прикурить. Куда ты побежал? Ты давление мерил? 43 на 1. Ты тобой с тенью. Просто. Вертуха, миксер, пошел. Сейчас 150 уже будет. Секунда, я хочу всем объяснить. Мы не курим.
Идиот. Здравствуйте, а что вы делаете на проекте «Дом-2»? Строим любовь и занимаемся спортом. Фу, бля. Пиздец. Ну так ты, блядь, не снимай ее и все, блядь. А что сигареты нельзя в сторис? Почему? Ну да, говорят, что нельзя. Говорят, что курда яд еще. Извиняюсь. Мне кажется, он обосрал свои кубики, выстрел. Нет у меня кубиков, смотри. Никита, не ведись на Вику. Удар. Пизда, два круга. Ты у меня отхватила, теперь хоть что в Удэм тебе дал, петушка. На куртку на нее смотри. Сука. Галима, заигрались, да? Ты что творишь, Денчик? Это Селена, ты пидорша. Шучу, бомба. Почему Селена с вами? Не знаю, просто прибилась, как дворовая собака Шельма. Мы ее не звали, блядь, она сама приходит. Фу, фу, конечно, фу. У Юрца там давление, блядь, поднялось. Почему? Ну, долбоеб, бег спортом занимается. У Маски конфеты начал сосать. Ой, ребятушки, ну что вы там, сейчас покажу вам четкий фильтр. Ой, блядь, не туда. Сразу такой... А у Маски сделал борт как кавказца. Так, смотрим, кто я? Обрезание будешь кто делать? Кто я? Какая я крыса? Какая крыса? Домашняя, все верно. Можно мне? Ой. Тихо, давай, Андрей. Давай Андрей первый. Какая крыса, Андрей? Почему крыса-то? Ну и такая, такое приложение. Тоже домашняя. А я? Сейчас, сейчас ты сейчас делаешь. Нас установили. Независимо. А я. Захару, да, Захару, давали, Захару. Офис. А Никита Уманский будет делать обрезание, потому что уже бороду себе сделал кавказца, короче. Так сильно пиздюк, небось, драги. Ага, да? Уходим. Я не могу, я часто стоять сделаю. Кстати, к тебе на проект идет мой друг. Мальчик. Не надо сейчас говорить, это же прямой эфир. Я просто подскажи. Я вижу, но не надо. Че? Я же говорю с человеком. Полицей, полицкий, полицкая пришел. Идемте. Там ты на ногу мне плюнул, блядь. Изверг. Вот наша замечательная поляна. Не обижай Селену. Ну приди заступись за нее, что ты. Стас, пойдем, Стас, два часа, Стас, ты как? Без тебя. Остец. Я. Ой, бля, пизда мэса. Спасибо. Позанимались спортом, честно, не грибу вообще. Чувствую, сегодня может быть последняя ночка моя, потому что отказывают уже все. Что так лишь? О, роднички мои. Что, письма будут или что? Ой, я жил рядом с Молдавией, в Приднестровье жил. Стэц, ты где там? Девственник, да. Про Селену бомба, конечно.